Прудовики, это такие улитки, показали, что разнообразие информации хорошо сказывается на память. Прудовики хороши тем, что у них очень просто устроена память, и с ними прикольно, довольно несложно проводить опыты на запоминание. То есть у них есть какие-то рефлексы, которые они могут запоминать, да, какую-то реакцию. Они очень простые, и мы смотрим, как они это запоминают. Разумеется, сразу хочется эту новость отнести на человека, да, перенести, но пока это сильно рано. Но такой механизм действительно есть. Грубо говоря, идея, та, которая была в голове ученых, которую они проверяли, что если ты пытаешься подряд запомнить много одинаковой информации, да, то это сильно хуже, чем когда ты подряд запоминаешь разную информацию. Разве уже не было исследований о полезности разнообразия информации? Это очень похожие, но, конечно, в своем механизме совершенно разные вещи. Потому что то, о чем здесь мы говорим, это то, что, например, известно, что когда ты запомнил какую-то вещь, а потом еще пытаешься одну вещь запомнить, одна может вытеснить другую. То есть запоминание одной вещи может помешать, может не просто типа помешать как-то памяти, а может вообще вышибить другую вещь. То есть когда ты, знаешь, ну, это хорошо знают студенты, когда ты учил, а помнишь последний билет, да, натурально. Но его хорошо зато помнишь. Помнишь его и первый. Вот. Это история о том, что на самом деле вот этот эффект, он вполне очень понятный, вот это взаимодействие между разными аспектами запоминания, оно очень правильное. Здесь речь идет, понимаешь, не про отвлечение, здесь речь идет про разную информацию. То есть, грубо говоря, если тебе нужно запомнить, там, например, список, состоящий из 30 пунктов, то для начала неплохо бы эти 30 пунктов, это сейчас все это спекуляция, да, это мы говорим на уровне идеи. И напомню, что исследование было про улиток. Вот. Нужно взять эти 30 пунктов и разбить их по темам, то есть выбрать похожие, а дальше запоминать их так: из одной кучи похожей, из другой похожей, из третьей, снова из первой, из третьей, из второй. То есть, чтобы каждое следующее отличалось от предыдущего, понимаешь, да? Вот такая идея.